Ютуб, привет! Приехали ко мне гости. Ребята работают у нас в Ставрополе, делают град, помогают. И вот я решил познакомиться с вами. Я Валерий, Кострома. Вот. Алексей, Саратов. Вот. Ребята у нас работают довольно удачно. И как бы я их пригласил, вот их работа. Вот. Они делали этот капот из алюминиевый. Ну, все вы помните видео, дефектовку этого капота. Ну, сделано. Я потом покажу отдельно. Вот, ну идеально сделали, что самое интересное, очень быстро. Я был удивлен. В отличие от меня, ребята не тормозят, а работают быстро. Вот я показываю ребятам свои самодельные самопальные крючки, делимся опытом, попросил их заехать ко мне и поделиться, рассказать, что они знают. Ну а я, так сказать, делюсь тем, что я знаю, и к совместному, так сказать, к совместной пользе. Вот. Захватили крючочки, которыми они работают, наиболее употребляемые. Ну и дальше как бы уже не интересно, это уже будет у нас обмен опытом. Вот ребята работают в люмке, работают в нюсле, а я работаю, как вы знаете, в Днепроденте. Вот. И опять же вот познакомлю их с этими лампами, покажу, расскажу, что к чему. Вот, ну да, и будет маленький видеоотчет. То есть это такой маленький семинар у нас, выездной. Ребята приехали, вот познакомились и, как говорится, прошу любить и жаловать. Уже идет работа, показывает, как правильно окончание, какое должно быть у крючка. Оно более эффективное и будет удобнее намного работать под усилителями. Вот обмен опытом, так сказать, уже в деле. Сейчас будем работать, вот как раз есть опытный образец машины с ямками, вот, и на ней можно поработать. Ребята поделятся тем, что они умеют, расскажут, покажут. Я буду учиться. Опять же, я им свои какие-то наработки показал, тоже ребятам понравилось. В общем, обмен опытом идет в полный рост. Что? Ну, стикер. Карандаш. Карандаш, да. Какой вам нужен? Нюсель. Любой. Не-не-не-не. А, нюсельский. Ага. Кстати, вы его немножко, надо, наверное, тирануть. Он может, сейчас мы вот подготавливаемся тут. Сейчас, секунду. Мы его немножко тиранем шкуркой, чтобы он не следил. Или хотя бы вот таким. Чуть-чуть его. Вот сейчас ребята будут мне показывать мастер-класс. Но они привыкли работать в основном немцами, нюслями. И лампа нюсли, и крючки нюсли, и все, все нюсли. Вот они работают теперь уже в леде. Вот они в леде. Продолжение нашего разговора делается вмятинка. Ну там рядом есть парочка. Сейчас я попытаюсь снять. Вон там еще пара вмятин есть. Можно вот сюда куда-нибудь встать. Ага, вот они у нас вмятины. Я сейчас попытаюсь снять. Понятно, я пока вижу. А какую? А, вот эти две. Вот. Делается вмятинка. Глубокий лучше с резиночкой делать. Приподнял, а потом уже острым крючком дорабатывать. Они глубокие, они сами выскакивают. Ну да, это точно. Что ты говоришь, что делаешь там? Люди, что, вроде все на видео видно. Убираем шишечки. Я увеличу. Ты помедленнее управляй. Вот, прям хорошо видно. Я увеличил. На увеличение прям хорошо видно. Во. Две вмятинка. Можно сказать, процентов на 80 вышло. Я, к сожалению, только вижу блики. Ну, по металлу видно, что он уже там подвышел. Сейчас немножечко еще опустим шишечки.
То есть изначально, раз не получается, немножко можно перетянуть, небольшой плюсик сделать, вот, а потом его потихонечку забить. Вот, потому что, как вот модно говорится, сделать в ноль, так не всегда это получается. Сразу не получается. И металл не всегда выходит туда, куда хотелось бы выйти. Привет. Угу. Сынуль, заходи. Сейчас. А, ты куришь. Ты ж не куришь теперь. Да. Вот, я теперь тут курю. Сыночек приехал вот тут тоже, в гости. Вот. Здорово, мужики, поближе. Здрасте, здрасте. Это ребята вот приехали по обмену опытом. Один из Костромы, один откуда? Саратов. Саратов. Ну, точнее, Энгельс. Энгельс, город. Саратовская область. Вот делают вмятины. Мы зазнакомились, и я их сюда вот пригласил. Что, у меня 2 часа есть, машину сделать? У нас сейчас... Ну, за 2-то нет. Смотри, я шучу, конечно. Я шучу. А так, ну, например, Леха Капот, молодец. У пахана в этом ютубе. Моя любимая машина называется. С этого уже не видно по перечку. Да нормально, да. Если только. Там чуть, если добить, забить, вот. Вот так вот работают мастера. Вот такой у нас Леша. Да, мигом, быстро, дрынь-дрынь-дрынь и готово. Ну ладно, сейчас будем делиться опытом. Да, да, и каждую, пока машина не кончится. В общем, смотрели, рассказывались, объяснялись. Ребята вон собираются выезжать, а у нас тут погода опять... Предградовая. Возможно, что и может шандарахнуть. Ну, посмотрим. Если что, снимем видео. Есть у нас тут специалисты. Приезжайте к нам. Вон сынуля мой прибежал, решил да, спрятать машину, чтобы ее еще раз не побило. Там мы еще после того раза ничего не сделали. Поэтому надо вот спрятаться на всякий случай, дабы хуже не было. Все, ребят, спасибо, да, рад знакомству. Все. Выложу в ютубе. Все покажем еще. Обязательно. Все крючки большое покажем, вам все. Спасибо. Спасибо.